сено возим. Возим сено. Возим сено, возим сено. Здорово, мужик! Привет! Ну чё? Чё делаете? Сено возим. Когда лучше сено возить? Зимой или весной, или осенью, или когда лучше? Ведь лучше сейчас возить. Почему? Потому что, видишь? Осенью. Ну, конечно. А зимой надо его разогреть. Кому разогреть? Трактор. 20 градусов. Ну, так заведешь, прямо стучит все там. Невозможно. Ну, а что сделаешь? А еще дорога. Сейчас вот вообще бы... Какие плюсы, минусы? Зимой, зимой же плюсы тоже есть. Ну, конечно, когда не занесен, снегу мало, можно возить. Стога меньше разваливаются, ну, да. Они в снегу стоят. Ну. А сейчас минус, это стога можно развалить. Ну, так, боже мой. Какие сейчас плюсы, минусы у такой волокуши на колесах? Ой, не убил. Трактор не греться, ничего, помаленьку ещё, я ещё. А минус, что плохо? А что, никакого минуса есть? Ну как, колесо сегодня спустило. Ну а что сделаешь? Жердь сломалась. Ну что сделаешь? Без этого никак нельзя. Поломки обязательно будут. А так хороший волокуш. Значит, лучше всего осенью возить. Ну, стараться осенью. Когда после октябрьский снег пойдет, ты знаешь, ой, не выйти, ничего, рукавица, мёрз. А сейчас мило дело. Мошки летают, видишь. Помаленьку едь, да едь. Понятно. Ну что, будем разгружать? Да.
Лена Степановна, здравствуйте. Я не даю интервью. Что вы не даете? Интервью бесплатно. Давай назад, давай, трос не надо. Нет, не поедем. Не поедем. 5 часов уже. А? 5. Наверное. Да, пусть не осталось. Надо будет вот старые, что ты не закидал. Так не было, и когда я кидал, еще эти лежали. Там вон еще картошки гнездо выкопано. Было. Нет. Ну что, не поедем, поедем, что?
сейчас склал. Тут стажок стоял, мы его скормили. Там снизу мышь подточили, да и просто труха, не очень хорошее сено. И какое сено объедет, там всякая ерунда. Вот осталось еще куча сзади меня. Так что вот, возить еще, делаем день по 3-4 рейса. Вот, двумя волокушами, то есть или 6 стогов привозим, или 8. Сегодня у нас спустило на колесо, на волокушу заменили пока колесо. Жердь слетела, разломилась, тоже поставили с другой зимней волокуши жердь. Ну а так возим. Сейчас проверю, сколько я за сегодняшний день сжег солярки. Вчера мы сделали 4 рейса, 4 раза съездили, и я где-то сжег литров 20, наверное, солярки сжег. Наверное, так вот. Сейчас посмотрю, сколько. Сегодня чуть поменьше. Ну, меньше же раз ездили. Так что еще одно неизменное преимущество. Почему возить осенью сено лучше, чем зимой? Во-первых, вот, смотрите, вот, одет легко. А зимой одеваешь, то холодно, блин. Пока трактор, солярку зимнюю, греть ее надо. Хотя, в принципе, можно и там бензинчика плеснуть, чтобы это все дело было. И немаловажный фактор, это на колесах очень хорошее сцепление в данный момент. Зимой надо одевать перемычки, зимой одевать надо цепи, да. У меня спрашивали, как твои успехи с цепями или со шлеями, ну, одним словом, к зиме как ты. Отвечаю. Деда Петя ездил в городе, когда там жил, некоторое время назад. Он там на одном из базаров купил цепи. Цепи купил, короче, в длину там метров то ли 20, то ли 30 метров цепи. Ну, короче, один мешок большой. Цепи у него лежат. И, короче, такая система. Наверное, я разрежу несколько эти цепи, сделаю по две перемычки на каждое колесо. Вон трактор 80-ку, скорее всего, заводить зимой не будет. Ну, а я буду заводить, снег почистить, ну и так просто прокатиться, вам показать, как зимой трактор работает. Так что вот так вот. Шлей я не заказывал нигде, ни в каком интернет-магазине. Да тут некогда, все так вот все идет. Хотя в идеале стоили они там что-то в районе 3000. Одна шлея на одно колесо, в итоге вышло бы две, там в районе где-то 6000, это в принципе недорого. Тем более там через 30 сантиметров, кажется, перемычка идет. Одел их и все, без проблем. Ну, еще раз повторюсь, разрежу цепи, которые он купил, и одену их с приходом зимы. Так что вот так вот. Ладно, все, на этом все. Сегодня я не снимал, как мы сено возим. Вчера тоже не снимал. Может быть, завтра возьму камеру. Да все некогда, все надо же. Надо с камерой таскаться, надо сено возить, одевать туда-сюда. Это все таскаться, елки-палки. Не до этого. Ладно, все. Пишите комментарии, кто что думает. Ну, буду возить завтра и послезавтра. У нас там еще дня на два сено осталось возить. Я возьму камеру и сниму, покажу. Хотя, в принципе, о, где-то стреляют. Выстрел. В принципе, каждый год одно и то же. Ничего такого интересного нет. Но для вас покажу. Не все будут смотреть, рыться. О, еще. Охота на кого-то.
На утку или на кого, не знаю. Ладно, все. Всем пока.